Всем добрые сутки. Вы на канале Тренер Хапаев. Сейчас я покажу вам, сфокусирую то, что я делал со своей группой сегодня. И покажу такой золотой стандарт. Есть упражнения, которые проверены годами в нашей группе. И сейчас я покажу упражнения, которые вы все знаете. Но просто многим людям недоступна глубина понимания этого упражнения. То есть одно упражнение можно делать, во-первых, на разные группы мышц, и во-вторых, можно по-разному его понимать. Поэтому я объясняю с точки зрения коксартрозника, асептического некрозника, грыжевика, у кого протрузии. То есть сейчас я показываю золотое упражнение от легкого к более сложному. Значит, вы берете какой-то коврик, ложитесь на живот. Для коксартрозника важно, чтобы таз прижимался, чтобы не было подъема таза. Для сложной степени уже это проблема. То есть у кого третья, четвертая степень, прижать таз, паховую зону к полу уже проблема. Поэтому здесь вы можете уже регулировать этот таз, прижимать. Даже некоторым я советовал, чтобы какой-то утяжелитель, доску на ягодицу, и чтобы лежали под утяжелителем. Теперь мы берем наиболее легкий вариант воздействия на поясницу. Это отжимание, когда у вас прижата паховая часть, и вы отжимаетесь. Вы не просто отжимаетесь вот таким образом, да, но вы еще голову максимально закидываете назад. То есть затылок отводите назад, и таким способом вы начинаете чувствовать работу поясничного отдела. Очень изолированная работа. Здесь могут выполнять эту задачу как люди с легкой степенью заболевания, так и с более сложной. Единственное, что у вас квадратная мышца спины с одной стороны зажата, с другой стороны она раскрепощенная, и вы будете чувствовать забиваемость мышцы с одной из сторон. Но это вы должны регулировать. Вы можете немножко на одну сторону уходить, можете на другую. То есть регулировать вот этот подъем и загружать или левую, или правую сторону, в зависимости от той, которая у вас более слабая и не чувствует загрузки. И вот таким образом вы работаете. Это такой самый легкий способ включить поясницу в работу, дать ей какую-то мобильность, оживить ее. Здесь вы сами можете все регулировать. Следующее, более сложное упражнение. Это вы вытягиваете руки вперед и уже поднимаете, включаете все мышцы спины, все абсолютно, и заднюю дельту, и лопаточную часть, и ромбовидную мышцу, и трапециевидную, и широчайшие мышцы, и разгибатели спины. Делая вот такое движение. Таким образом вы усложняете задачу и включаете всю спину. Очень хорошо для осанки. После такого упражнения вы почувствуете, когда встанете, что ваш живот, который выпадает вперед, за счет расширения диафрагмы, за счет стимуляции мышц спины, живот впадает прямо в позвоночник. Следующее упражнение. Самый легкий вариант — это подъем ноги через поясницу. И здесь очень важно, что если вы будете не до конца поднимать ногу, то вы будете включать ягодичную мышцу вот где-то на середине. Если вы же начнете поднимать максимально высоко, то вы будете включать поясничный отдел. Вот, пожалуйста, одним движением вы можете регулировать нагрузку. То ли на ягодицу, то ли на поясницу. Вот пробуем сейчас делать правой ногой.
И в это время у вас будут работать и квадратные мышцы, и поясницы, и разгибатель спины. Носочек тянем и делаем движение через ягодицу в поясницу. И тут каждый коксартрозник может столкнуться с проблемой, что нога не поднимается, потому что фронтальная мышца, квадрицепс, в частности прямая мышца, у вас сокращена, зажата паховая часть, и вы не в состоянии поднять, потому что спереди ее не пускают, мышца прямой. Поэтому надо смотреть все уроки или записываться в группу, я объясню, как улучшить это состояние. Другой ногой, вот я сейчас буду делать операционный. Все напрягается. И если вы носочек правильно тянете, будет напрягаться икроножная мышца, будет напрягаться бицепс ноги, ягодичная и поясничный отдел. Ну и следующее упражнение. Вы пытаетесь оторвать две ноги от пола, это уже те, кто продвинутые занимаются, и даете нагрузку и на ягодицу, и на поясницу. Ножки соединили вместе, чтобы они синхронно поднимались, и поехали. Вот таким методом вы от сложного к простому забиваете не только поясницу, но и мышцы спины, лопаточную часть. И когда вы становитесь уже после такого упражнения, вы понимаете, что ваша осанка стала идеальной, что ваш животик втянулся, спинка ровная, плечи раскрыты, грудь раскрыта. Значит, все замечательно. Спасибо за внимание. Кто хочет со мной тренироваться, пишем внизу, я оставлю ссылку. Пишите мне по ссылке в личные сообщения, пообщаемся. Я вам расскажу, что нужно делать. Всем пока, живем без боли.